Впервые в истории казахстанского телевидения пройдут теледебаты между министром и экономистом. Глава Минздрава Ельжан Біртанов согласился на теледуэль с Рахимом Ошакбаевым, который в свое время работал вице-министром по инвестициям и развитию, сейчас возглавляет центр Таалаб. Также Ошакбаев очень активен в интернете. Именно в соцсетях и завязался спор между министром и экономистом относительно введения обязательного социального медстрахования. Бывший госслужащий считает эту идею нецелесообразной. Руководитель Минздрава придерживается противоположной точки зрения. Дискуссия достигла таких размеров, что было решено вывести спор в телеэфир. Свою площадку для горячего обсуждения предложил телеканал «Хабар». Спикеры обсудят тему введения медстрахования и проведут свои доводы в прямом эфире. Принять участие в дискуссии также смогут пользователи социальных сетей. Модератором теледебатов выступит ведущий «Хабара» Александр Трухачев. Не пропустите эфир в 19:30. Даже нужно оставлять ваши комментарии, уважаемые.